В рамках недели безопасности дорожного движения для юных инспекторов организовали экскурсию в ГИБДД. В ней приняли участие ученики столичной школы номер 12. Дарья Петрова расскажет, что полезного и интересного они узнали в госавтоинспекции. Не просто познакомиться с работой сотрудников ГИБДД, но и попробовать себя в роли инспектора смогли ученики 5 класса. Ребята побывали в каждом подразделении госавтоинспекции. Своими глазами они увидели, как работает центр видеофиксации, и даже самостоятельно отправили уведомления о штрафах правонарушителям. Затем школьники спустились в автопарк, где припаркованы патрульные машины. Возможность сесть за руль такого автомобиля ребята, конечно же, не упустили. Тем более, что внутри им разрешили поговорить по настоящей рации. Уважаемые пешеходы, не нарушайте правила дорожного движения. Двери перед учениками открыл и музей госавтоинспекции. Здесь работники рассказали детям историю создания службы. Ребят не оставили равнодушными местные экспонаты. Ведь в музее чего только нет. Специальная техника, старая униформа и даже первые дорожные знаки. Кстати, юные инспекторы движения приехали на экскурсию не с пустыми руками, а со своими письмами для водителей. В них они обратились к нарушителям с личными пожеланиями. Я написала о том, чтобы этот водитель больше не нарушал, чтобы соблюдал правила дорожного движения. В ГИБДД Чуваши уверены, что проводить подобные встречи с детьми необходимо. Они помогают прививать уважение к соблюдению правил еще с раннего возраста. Мы говорим детям, не нарушайте правила дорожного движения на пешеходных переходах. Особенно сегодня они используют симы, самокаты, велосипеды. Мы говорим также детям, когда они играют в дворовых территориях, не надо выбегать близко идущим транспортными средствами. Такая профилактическая работа проводится на всей территории Российской Федерации. Дарья Петрова, Святослав Петров, Вести Чуваша.